Привет, друзья! Певице Наташе Королёвой исполнилось 45. В честь юбилея популярная исполнительница дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Наташа Королёва на сцене уже более 30 лет. Путевку в жизнь ей дал поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Их песня «Дельфин и русалка» стала хитом и визитной карточкой. Творческий союз очень быстро превратился в семейный. Однако спустя годы брак разрушился. Мы очень хорошо разводились, гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе, свадьбу играли то дома, отметила Королёва. К моменту развода Наташа была глубоко увлечена Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. Я была уже на 6-м месяце беременности, и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться, ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записать, цитирует популярную исполнительницу сайт «Комсомольская правда». 31 мая Наташе Королёвой исполнилось 45, однако, по ее признанию, она чувствует себя на 30. Юбилей артистка отметила в Подмосковье с родными и близкими. Этот праздник я больше делаю для мамы, которая прилетит прямо к столу, пока живы родители, это их праздник, высказала мнение артистка. Разумеется, поздравят Наташу Королёву и ее 16-летний сын Архип, который живет в США. Он в качестве эксперимента учится в Америке уже 3-й год. Сейчас приедет на летние каникулы домой. Прямо к маме на юбилей. Америка Архипу не нравится. Он говорит: «Мам, не моя история». Он изучает японский язык, поэтому все его мысли и желания связаны именно с этой страной. Его тянет на восток. Он сам выбрал Японию, начал учить язык по самоучителю. А когда перестал в одиночку справляться, попросил помощи репетитора, похвасталась певица. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк. И не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.